22 молодых полицейских приняли присягу. Слушатели Центра профессиональной подготовки дали клятву на протяжении всей службы быть верными своему долгу и не щадить сил в борьбе с преступностью. Молодые люди из Магадана, Ольского, Амсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, Тинькинского и Хасынского городских округов присягнули на верность Российской Федерации. Из них 15 сотрудников младшего начальствующего состава и 7 офицеров. Сотрудники поклялись служить закону и народу, самоотверженно выполнять свой служебный долг. После принятия присяги и прохождения обучения сотрудники пройдут выпускные экзамены по огневой физической подготовке, специальным правовым дисциплинам. Затем их направят в подразделение органов внутренних дел Магаданской области для прохождения службы. Я являюсь сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Сегодня в торжественной обстановке я приняла присягу. Присяга в моей жизни значит очень много. Это важное событие в жизни каждого сотрудника. Мы поклялись нести свой служебный долг с честью и достоинством. После окончания обучения в Центре профессиональной подготовки слушатели заступят на службу в подразделениях патрульно-постовой службы, охраны и конвоирования, экспертов-криминалистов, следствия дежурных частей, специального приемника административно задержанных, участковых уполномоченных полиции и изолятора временного содержания.